Четвертьфинальную пару Нижний Новгород-Зенит по праву называют самой яркой в этом розыгрыше Единой Лиги ВТБ. Соперники уже на протяжении трех матчей показывают яркий и эмоциональный баскетбол. И в каждой встрече имя победителя остается загадкой вплоть до последних секунд. Правда, на родном паркете Нагорного горожане уж совсем до сирены ждать не стали. Уже в первой четверти Рочести и Мекель порадовали точными бросками на любой вкус и вывели Нижний вперед. Но в конце периода «Зенит» проснулся и на малый перерыв табло высветило 19-18 в пользу хозяев. Во второй 10-минутке накал борьбы только вырос, но при этом прибавил в игре и будущий герой матча – Трей Томпкинс. Его точные броски позволили нижегородцам уйти на перерыв при плюс 5. Ненадолго вектор игры поменялся в третьей четверти. Нижний убежал в счете на двузначное расстояние, но у гостей разыгрался экс-защитник горожан Дмитрий Кулагин, который заметно поправил прицел и включил повышенную передачу. За 2,5 минуты он набрал 14 очков и перед заключительным периодом вывел «Зенит» вперед 57-56. Потом питерцы некоторое время удерживали преимущество, но две подряд трехи Бабурина и данк Семена Антонова за 47 секунд до сирены привели к плюс 10 в пользу горожан. И исход встречи был уже предрешен. 88-75. Четвертый матч этой серии также пройдет в Нагорном в пятницу 8 мая. ННТВ покажет эту встречу в полном объеме. Начало трансляции в 21:55.